Ребятки, всем привет, с вами Александр, продолжаем путешествовать по карте странствий. И да, вот кто же у нас здесь? Конечно же, завод, работники, токсины. О, конечно же, у нас здесь был доктор Хаздард и Вокер Халк, самый сильный монстр, ну, по силе удара. То есть у него самый большой показатель силы по версии, ну, по ML-гейму, по таблице там. Это он самый сильный. Если брать одиночный, обычный голый удар. Так, ну а мы приступаем. 241 остановка, кстати, да, последний босс уже был на 240 остановке ядреный. Там миллион жизней уже, как монстр Spotlight. А здесь у нас крысы. Так, магия. Ой, точнее, мрак и электричество. В общем-то, не очень мне подходит. Так, вот этой, собственно говоря, троицей мы сражались. Так, что нам взять? Свет. Свет. А что против электричества хорошее? Я не помню даже. Пожиратель выносливости. Нет, элитные морские войска возьмем. Крысы. Ну, Вольтик явно не сможет никого завалить. Поскольку они электрические гады. Можем тратить и 50 тысяч удары, потому что у нас энергии с запасом. Но Вольтик здесь, да, не очень подходит. Дольше придется их тут убивать. Надо что-то делать, надо что-то другое брать. Трам-пам-пам-пам-пам. Ух, блин. Ну, здесь нам хоть одна звездочка нам светит. Ура! Правда, ни разу так... Не три звезды? Как? Даже не догадываюсь. Ура! 78 уровень и аж один кристалл. 1000 дайте, а лучше 10. Вообще капец. За уровень один кристалл. О, четвертая руна на скорость. А будут давать больше четвертой руны, ё-моё. Так, о, ну здесь огонь. Огненные наши. Фитоняшка. Не знаю, что ли попробовать фитоняшку. Так, не пожирателя не будем трогать. Давайте сделаем вот так. Но у них много жизни, 30 тысяч. 30 тысяч. Ух, нифига себе. Ну да, Вольтик бьет на 20 и плюс 50% получается 30. Чуть больше 20, значит чуть больше 30 с бустом 50%. Прости, фитоняшка, снова тебе не повезло. Зачетно, 3 звездочки. Я, кстати, все предыдущие бои у меня на карте попереигрывал. У меня везде 3 звездочки, но только за исключением некоторых боссов. Там у меня есть 2 звездочки. Трям-пам-пам-пам-пам. Так, электричество... И вода. О. Значит, нужно все-таки нужно Барбадоса взять. Барбатос. Так. С этими гаденышами нужно разобраться с помощью Барбатоса. А с теми с помощью Вольтика. Ну да, я так и думал. Так, это у нас скаты манта. 26 тысяч.
Ну так, слабоваты. Посильнее хотелось бы. Так, ну, вольтик давай. Ача, отлично. Ну, 4 монстров убили мы с одного удара, значит... 3 звезды нам гарантировано. Ура! 10 тысяч. Вообще не понимаю. То 10 тысяч дают 3 звезды, то 30 наберешь, дают 3 звезды. Или 2... Непонятно. Как-то... Как у них это все оценивается. Но единственное, конечно, что знаю. Чем больше монстров мы убьем с одного удара, тем... Тем больше очков, тем ближе будем мы к 3 звездам. Вот так вот, правильно сказать. Так, тоже у нас 2 волны. Металл, мрак. Ну, давай, давай, давай. Так, насколько они быстры? Они медленные, значит, классика жанра. Значит, валим их барбатосом, а потом вольтиком. Проверяем, да, слабенькие. Так, ну у них очень мало жизни. Наверное, за счет того, что 2 волны. Роботы. Тут черепашки-ниндзя должны прыгать. Посмотрим, повлияет ли это как-то. Так, одного завалили. Так, у меня вроде такой монстрик есть. Их не хватает. Смотрим, какой у нас будет результат. Ну, 3 звезды, 10 тысяч. Порядок. Нашел я свою, как говорится, формулу. Формулу победы. Дальше крутим. Вторая руна на скорость, ладно, пойдет. Кстати, ребятки, я, в принципе, уже у меня все монстры, которых я хотел. Так что даже не знаю. Пишите, кого мне купить. А то у меня кристаллы уже есть, не знаю прям даже куда его тратить. Ну, 500 кристаллов за одну руну отдавать жалко как-то. За 5-ю или 6-ю руну 500 кристаллов. А вот монстры какого-то купить можно. Нравится мне Monster Legend, здесь довольно все-таки просто. Можно получить, ну кроме виповских монстров можно получить. Ну и виповских даже можно получить, наверное. Хотя нет, вроде бы везде для виповских нужен был виповский для скрещивания. Ну, по крайней мере, всех можно получить. Обычных монстров, как бы, последний, вот, новогодний месяц, вот этот, вообще, очень много кристаллов заработал. Можно спокойно себе покупать каждый месяц несколько монстров за кристаллы по скидке. Так, ну, погнали. Погнали. По классике, по классике. Двадцать тысяч снимает. Запоминаем эту цифру. Так, Барбатос сможет снять сейчас? Немножко не хватает, придется усиляться. Ну, главное точность. Тетис дает точность, и значит мы не промажем. О, кстати, Барбатос еще и на следующий ход сможет всех уничтожить. А, тут никого не будет, да? Ну вот, 35 тысяч. Это из-за того, что, наверное, из-за босса, за какого-то монстра нам дают намного больше очков.
Коэффициент x12. Вот. Это, наверное, из-за того, что более сильный противник у нас. Коэффициент. Потом я пробовал, да, когда мы там приходим в какие-то старые локации своими суперсильными монстрами, то мы можем даже 3 звезды не заработать, завалив всех за один удар. Там коэффициент считается. Насколько сильные у нас противники играет роль. Так, у нас тут эти инопланетные жабы. Не знаю, как, почему-то они мне... Саламандры. Да? А, сквамата. Сквамата. Сейчас мы их порвем. Ну да, 20 тысяч, точно. А вот Барбатос сейчас всех за один раз положит. Вот так. Три звездочки. Опачки. И руночка вторая. Это хорошо. Так, у меня еще остается один ходик. А потом будет пауза. Так, вот эти ребятки. Кстати, ну вот этого бобра можно купить. Не знаю, как его там назвать. Драза. Довольно сильные удары у него есть. Во. Но все равно мы будем пожирать выносливость. Сейчас завалим всех тогда вольтика. Посмотрим, получится ли у нас 3 звезды вольтика. Так, одного за 2 удара. Но остальных за 3 получится. Блин, обидно. Ну, сейчас применим суперку. По-моему, суперка дает дополнительный какой-то бонус. Качка. Звук. Слышите звук? Когда он летит, такой гул стоит. Приятный звук. Эх, не хватило 7900. Почему не хватило? Коэффициент был всего лишь x3. Ну и ладно. Так, ну что ж, 2 остановочки. Так, ну как у нас, ребятки, прошло энное число минуток. Появилась возможность завалить этих двух червячков Джимми в бой. Так, в бой, бой, бой. Ну, наверное, надо уже как-то менять, да? Сменить команду. Тетис пусть, наверное, остается. А вот этих двух ребятки сменить. А то они всем надоедают. Я это понимаю. Я лучше там за кадром перепройду на 3 звездочки, правда ведь? Давайте. Сожрем их. Так, Орус очень медленный, да. Интересно, кто медленнее, Орус или Барбатос? Так, отлично. Червячок Джимми. Так, у него, кстати, что-то одной ноги не хватает. Так, давайте вспоминать. Эверест. Защита и двойная жизнь. И принимает все удары на себя. Отлично. Так, малый щит бьет. И дает малый щит. Хорошо. Так, может вернуть 100% входящего урона врагу. Интересно. Интересно. Так, ну ладно, это можно сделать потом. Тогда делаем вот так. Есть такое дело. Так, что у нас еще есть с регенерацией чего-то?
Вот так сделаем. Почему-то Орджа должен был ходить, ё-моё. Что за ерунда здесь происходит? Неведомая какая-то. Ладно, одного выключили. Так, удар спамом. Дальше. И, ну да, против Тетис они как раз сильны. Опачки. Сюрприз! Промазал! Как ты мог? Или оно по одному только у него? Блин, у него только удар по одному получается, да? Завалило. Эффекты такие. В наушниках хорошо слышно звуки скалы, там трещат, рыпят. Прикольно. Так, ну, две звездочки по барабану. Больше очков заработаем. Нет, такой результат меня вообще не устраивает. Такой тоже. Ну ладно. Рунка так рунка. За два кристалла рунка. Так, и последняя наша остановочка. За четвертую руну. Так, здесь у нас будет... Здесь будут две волны. Так, с двумя волнами нужно как-то сражаться. Так, Оруса, допустим, оставим. Вместо Тетис давайте возьмем Кевин Фиша. Или давайте вот так возьмем. И вот так. Фенрир у нас быстрый парень. Так, два из трех. Так, водяных нет, никто не слаб у нас. А, это у нас уже сборная солянка. Это все в последнем бое перед боссом все монстры в перемешку идут. То есть у нас получится. Интересно, если посчитать, их всего было 6 разных у нас монстров или нет? Так, эти двое сейчас сами себя будут мусолить, мудохать. Фу. Так. Давайте ЭВРС применим. Не повредит. Опа, два из трех. Отлично. Так, ну... Да, здесь нечего делать. В принципе, они сейчас сами все окочуриться должны. Блин, надо было этого добивать. Но все равно все атаки на Оруса, потому по барабану. Так, ну это первая волна. А, зря. Одержимость пропала. Мультиэффект. Варварское разграбление обязательно. Так, Таймерион-то останется жив, а как эти два? На этим двум не повезло. Так, ну и все. Ой, промах, нет, не все. Но нам по барабану. Ой, бедный, смотрите на Оруса какого, он скелетик какой-то. Орус вообще смешной. Ничего себе, еще 3 звезды могли получить. Рядом было, собственно говоря. Так, ну руну 4-ю получили, это круто. Вращаем дальше.
Вращаем дальше. Ну, надо кристаллы куда-то хоть по ним. Ну, так, понемножку можно сплавлять. По пару штук. Ну, что ты будешь делать? Чтоб так можно было попадать все время на кристаллы. Как я попадаю на золото. Ну, ладно. Вторая энергия пусть будет. За три кристалла получили вторую энергию. Так, у нас опять доктор Хазер. Ну, что за ерунда? Ну, как... Разве может быть на двух островах из 300 монстров попадается второй раз доктор Хазард. Вот на том острове, вот на этом. Современном. Вот, здесь должен был быть мастер скилл. Ну вот, или там ультработ, мегабот, ну что-то такое. Они взяли и примудохали его туда и сюда. В общем-то, ребятки. Тогда, следующая серия у нас будет босс. До скорых встреч.